Ой, привет, любименький. Ну что, как прошла встреча выпускников? Привет. Да никак. Что такое? Как там ребята? Как там Санек-то? Да Санька Гондон, депутат. Ого, а Витек чего? А Витек Гондон в банке работает. Прикольно. А Мишка что? А Мишка Гондон бизнесмен. Ух ты, какие они молодцы. А ты когда гондоном-то у меня станешь? Не знаю. Не знаю, когда стану. А у тебя-то сегодня как дела-то? Чем занималась-то? Ой, я сегодня вообще такая молодец. Я сегодня денежку нам заработала. Че, опять мои голые фотки в интернете продавала, что ли? Да нет. Че, свои, что ли? Да нет, ну как... Ты че? Как сказать, что не так, что заработала, сэкономила большую сумму. Ух ты! Ага. У меня, значит, у машины сегодня колеса сдуло. Да ты чё? Ну, я приехала в автомастерскую. Говорю, ну вот так и так. Они говорят, 10 тысяч. Я говорю, вы что, обалдели совсем, что ли? Ну? Ну, вот. Я говорю, у меня колеса сдуло не полностью же, только снизу надо накачать. Ну, они поржали такие. Такие, ну ладно, говорят, сделаем тебе скидку. Вот, и прикинь, 50%, я вместо 10 5 только заплатила. Прикинь, какая я молодец, да? Какая ты вообще молодец, умница просто. Дайте поцелуй. Про нас покушать-то есть что-нибудь? Только ты на встрече выпускников не покушал, что ли? Да нет, представляешь, эти гондоны выбрали самый дорогой ресторан. Мне только на минеральную воду и хватило, весь вечер ее пил. Бедненький. Ну, сейчас подогрею что-нибудь. Ладно, я пока в туалет схожу. Так, а зарядка моя вот. Ага, все, Давай. я быстро сейчас. Давай, пока. Опять какую-то хрень нарисовал художник. Ген, ну что ты скоро? Нет, я уже в туалет хочу. Что там пропал-то где-то? Да иду я, иду. Господи, что с тобой? Ноги отсидел. Ну ползи, ползи. Фу, блин, не могу уже. Блин, а что тут ничего нет? Ты что, все пусто-то? Где поесть-то? Так я всю холодильник убрала, ты целый час сидел в туалете. А, ну сейчас я посмотрю. Фу, пойду котика лучше покормлю, пусть порадуется. Котик, сжимай, кис-кис-кис-кис-кис. Иди сюда, миленький.